торчащие доски и сломанные качели. Детская площадка в Кировском округе в аварийном состоянии. Снимками в соцсетях поделились местные жители. Территория у дома номер 96 на 2-й Кировской заросла травой. От карусели остался каркас и пара досок. Сохранились только турники, но и они в плохом состоянии. Играть здесь опасно, однако дети постоянно прибегают, говорят местные жители. Ситуацию прокомментировали в мэрии. На общем собрании собственников жилья граждане могут принять решение о принятии ее на баланс и организации дальнейшего обслуживания. Вместе с тем у жителей есть возможность выйти с предложением благоустройства данной территории в рамках реализации муниципального гранта. Для этого необходимо обратиться в КТОС по месту жительства.